В Ярославле начинаются цветочные смотрины. Их цель – подвести итоги традиционного конкурса «Ярославль в цвету». В четверг специальная комиссия посетила лучшие дворы Фрунзенского района и оценила красочность и оригинальность зеленого убранства и оформления цветников. В состав комиссии входят представители районной администрации, департамента городского хозяйства, ландшафтные дизайнеры и члены городского общественного движения «Ярославль-2000». Окончательные итоги подведут в октябре. Работы у комиссии будет много. За 16 лет, что проводится конкурс, к нему присоединилось тысячи ярославцев, десятки предприятий и организаций. Предварительно в начале июня комиссия территориальной администрации проехала все дворы. Из них выбрали порядка 25 самых лучших, самых красивых. И сегодня мы предъявляем городской комиссии традиционно самые красивые дворы цветочные. Также самые интересные цветочные композиции. За эти годы в цветочном деле появились свои мастера. И они могут провести любой мастер-класс, рассказать, где посадить, как. Потому что мы проводили всегда школы зеленого строительства для начинающих. Среди претендентов на победу, возможно, и двор дома на улице академика Колмогорова. Жильцы приложили немало усилий, чтобы сделать территорию уютнее и краше. К цветочному убранству добавился и удобный детский городок, и теперь здесь охотно гуляют с детьми. Уже с начала лета видно, как у нас тут возле дома люди высаживают цветы со всех сторон, и у детского сада, и в дворах. То есть у нас двор один из первых становится самым красивым. Вот так смотрим по сторонам. И в этом году нам сделали вообще замечательную детскую площадку. То есть у нас теперь детей больше, чем в детском саду.